Ну, ребята, впереди город Керчь. А вот мост, видишь, какой дали виадук. Вот там где-то вон смотровая площадка, видишь? Памятник там, и оттуда хорошо. Да, стела. Так, развязочки поставила. И видишь, железнодорога, забор стоит. И вот, Толик, видишь, железнодорога в трубе вся, в коридоре. Вот, ребята, впереди Керченский пролив. Справа железная дорога. Сейчас просто увидим. Говорят, знатоки, сейчас увидим мост, ребята. Знаменитый Керченский мост. Шедевр человеческой мысли. Творчество. И творчество, и все прочее. Ай-яй-яй. Толя, а вот уже мост железнодорожный начал, смотри. Справа железнодорожный мост. Вот Крымский мост, видишь? Вот, ребята, Крымский мост. Рядом с тобой, да? Ну, железнодорожный выше, да, он стоит? Как... А то железнодорожный, да. Нет, это не... рядом с ним, да? Да, да. Протяженность 19 км, да? Да. 19 км. С высоты бы нам лучше видел. Вот, ребята. Вот он мост, видишь? Да, да, мост уже вон. Впереди арка вот эта знаменитая. Арка, а арки. А, две арки, да, там? Да. Ты представляешь, поднимали гидродомкратами, блядь. Подняли, поставили на место, монтаж прошел успешно. Что автомобильного, что железнодорожного. Длина пролета 4 футбольных поля. 4 футбольных. Да. Это длина пролета. А быки, глядь, какие стоят колонны. Это уже для железнодорожного сообщения. Вот какие быки стоят. А там что, поезда? Да, 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 Толик, да. 19 декабря уже пустят. Этого года, 19 декабря? Да. Ничего себе. Камеры через стол, блин. Стоят, видишь, смотри. Ты правильно делаешь? Камеры. Ребята, то, что мы видели по телевизору, вот наяву. А в Украине показывали? Показывали, конечно. Не, ну... Фрагменты? Да. Какая зверюка, а? Ёлки-палки. Сколько труда. Ты о чем ты говоришь, ты что? Автомобильный сразу спуск пошел, а в железнодорожном там же на метр, да, надо чуть максимум 4 сантиметра. То есть, как заметно, железнодорожный ровненький, а автомобильный он пошел вниз, вверх. Ну тут же да и дорога, еще мост между двумя мостами, двумя трассами, идет мост, видишь?
Да-да-да. Это технологический мост. По 140 метров сваи забивали, блин. 500-ю трубу. Потом откачивали оттуда всю воду, грязь. Каркасы туда, эти арматурные, и бетонировали. Да, жалко, что немножко повыше, да, в автобусе ехать было бы. Да. Так, камеры. Ничего, 90 км ограничения. Коса Тузла. Где его? Вот это справа, вот, да? Вот, да. Жалко, не видно, да. Коса Тузла. Знакомое название. Да, это при Кучме начали россияне отсыпать. Да. Видно, что-то разговор уже был за мост, за этот. Россияне начали отсыпать дорогу. Холодновато утречком, да, так? А? А утром холодновато. Ну, свежо, да. Солнце поднимается, да. Сырёво. Солнце будет подниматься, температура поднимается. Конечно. Приближаемся к финишу. Да, подожди. Не, ну, скоро мост закончится. Конечно, не все покажешь, потому что, ну, не тот обзор. Да, то, что мы видим глазами, камера не покажет. Это грандиозное сооружение. Я называю ее Байкало-Амурская магистраль. Или космодром какой-то. Который построили за 2 года. Да. И мост, и автостраду. Смотришь и удивляешься, как мог человек такое сделать. Глаза боятся, а руки делают. Конечно, тут задействованы институты серьезнейшие. Просчитана вся, ёпт. Ну, конечно. Открывал и мост, стала колонна КамАЗа вооруженная. Вооруженная щебнем. И пошла по мосту. Ну, это ж традиция, а строители под мостом стоят. Если обвалится, чтоб привалило, да? Указка, наверное. А? Наверное, же указка. Указка, конечно. Да, там каска как раз поможет. Это шумоизоляция, да? А? Это вот шума, да, с этой стенкой? Да, вот это шумостенка. Шумостенка. Росавтодор, видишь, направление. Новороссийск. Прямо порт Тамань направо.
не знаю, но я думаю, что от этих бабок, что пошло на мост, на дорогу хватило на всю Украине поробить дороги, будет хорошо. Ребята, мы уже едем по Краснодарском краю. Да, комбайн. А як же він эти грозди? А ты ж бачиш, що вверху вони горизонтально. Виноградники. Валера, виноградні. От він ідеї собирає. Видишь, дорога вся ограждена сеткой. Да. Железная. И возвращаться назад в Крым. Указатель Анапа прямо, Новороссийск прямо. Еще 20 километров будет такая дорога. На разворот. Таманский разворот. Да, Таманский разворот. Прямо Краснодарский край, Новороссийск, Анапа и все прочее. Амулет поехал. Кто? Амулет. Твоя любимая машина. Да. Понятно, оно все еще новенькое, красивенькое, как и все новенькое, молодое. Посмотрим через несколько лет. Сережа, весной идут машины с керхерами. И все моется. И все вымывается. Да. Да, да. Что отбойники, что... Да я мощь. Ёлки. Новые стенки. Ужас. Какая красота. Эта часть заканчивается. Мы едем домой, в Феодосию, точнее в Береговое.